Плыви. Волчан. Ческа. Охлаждение. Каюр, иди ко мне. Каюр, иди ко мне. Нет ее, нету. Давай вперед. Каюр, давай, пока ее нет. Пошли вперед, пойдем. Пойдем. Каюр, вперед. Каюр, вперед. Каюр. Пошли. Пошли. А, зацепил. Подожди, бел. Не знаю, за что вы бьетесь. Запах поймали, уже начинаете драку устраивать. Кипиш. Защищай заранее. Не знаю, что еще. Метки за метками. Хотел сказать, бел-то далеко. Волчан, куда вы все ближе к дороге, к полю? Каюр, не надо туда ходить. Каюр! Чеза, иди подай. Лучше. Каюр, ну гуляй с белкой. Давай подам. Иди в офис, иди к себе. Тебе иди. Подай. Ай, молодец. Подай. Молодец. Крылья все крысы съели, утки эти утиные. Мыши.
Большин остались. Молодец, надо еще порыскать. Все в пух превратили. Фу. Мести, мести, молодец. Волчан. Один ты у меня. Волчан. По пояс. Пойди ко мне. Пойди ко мне. Пойди ко мне. Иди ко мне. Волчан, пойди ко мне. Волчан. Волчан, пойди ко мне. Волчан, вся машина сядет. Волчан, пойди ко мне. Иди ко мне. Иди, мой мальчик, иди. Волчан. Волчан. Какой. Пойдем искупаемся. Иди ко мне. Волчан. Пойдем. Ведь идешь нормально. Как в детском саду. Пойдем. Высокий. Давай. Че за причал свой сгрызает. И... Молодец. Сейчас она его вытащит. А с чего прыгать ты будешь? Сегодня хоть 21. Но душно как-то все. Собаки хоть чуть остыли. Прям дышали. То дождик, кто-то парит, наверное. Сейчас поедем мне вам варить еще. Каюр уже накупанный. У вас старается-то. Василич-то, дурик. Прыгать не особо уже, да? Дай хоть тебя сожру. Такое бревно приподнимать зубами, представляете? Докопал все, причал у хана. Прыгать-то не с чего. Куст. Все, расчехляет она его. Утки-то на островках были. Слава богу, их здесь нету. Все, Чес. А, Чес, чего прыгать ты будешь? Или ты его шлифуешь просто? Или то, что это? Че, может, поедем? А? Не? Чес. Оп, сразу поедем. Слово поедем, это все. Оп. И упадешь. О! Оп! Я еле могу, умор. Ой, красиво, вытянутый стоит. Ой, эталон. Вот она стать-то. Лайка западносибирская. Хоть картину пиши, Бел. Где? Ой, одна чуднее другой. Чес, все? Шлифануло? Че, может, поедем? Грибов пока нет. Есть начинающие лисички чуть-чуть есть. Че, прыгнешь еще? Давай. Где палочка? Подашь? Где бревно наше? Ой. Пойдем мне хлеба еще купить, да? Ух, к себе иди. Иди к себе. Падай. Молодец. Молодец. Падай. Давай, 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 давай. Утки точно не уйдут. Еще бы ты со мной охотилась бы. А не по лесам шла, шлындала. Каюр-то он как подружейный. И злато. Молодец. Молодец. Падай. Сейчас воткнется же. Падай. Фу. Потряхивайся. Молодца. Поедем? Молодец. Смотри как. Чес.
все мстить, все разорвать, порвать. Вот у нее идет сейчас энергосбор. Бел, пойди ко мне. Бел, давай обойдем машину. Бел, белкуня. Белкуня. Бел, пойдем. Белкуня. Ой, подожди, ногу отдай. Давай вперед. Обошла ты. Все тут. Бегали, носились. Ой, эти столбики. Ну что? Я что-то догрызаю, с машины взял косточку. А это сразу любой звук реагирует и уже готов нестись. Без всех. Без всего. Надо на утку убрать. Может, что увидеть начнет. Сейчас тренировки-то мы тренинги начнем. Денежка чуть появится, и мы... Я буду сейчас ее откладывать. Нам на одну поездку только 5-6 тысяч надо. Дорога дальняя. Плюс там все натаска везде по всему зверю. По чуть сейчас просто и не поедешь. Везде никак поедешь. Сюда в Ступино. Каширу. Никак. Поэтому хочется его с енота начать, барсучка. Вот, потом куничку и кабанчика. Посмотреть реакцию. Главное не обжечь. Копайте, копайте. Че, может, поедем? Я какой раз уже говорю. Поехали, давай поедем. Че, варить? Каюр, поехали. Каюр. Бел, иди садись. Давай, гулящие. Все. О, петля какая. Скоро будет у тебя... Да, да, проверяй там, каюр. Там все нормально? Ты лапы мне наоборот. Ты проход там готовь, да, Каюрбан? Для своего младшего братана. Ладно, поехали. Мы свалили три всадника. Блядь, Москва разъехались. Может, тут всего трое. Может, кто из со своего клуба, из конюшни просто прогуляться, лошадей выгулить. Сейчас начнется перепалка. Белка уже в окне ждет, так спокойно увидел, но ждет, наблюдает. И она сейчас даст дрозда, даст сигнал, и начнется люля-кебаб. Вот уже... Видели краем зла. Уже запила. Ну, куст, это понятно. Да, запах. Ну, погнали. Вот, да. А вот наш друг провожает нас каждый раз. Да, все, так каждый раз. Ну все, теперь точно всем пока. Старичок нас провожает обязательно. Без этого никак. И встречает, и провожает. Еще один змей. Он... Этот как его? Хотел сказать, нейтрализован. Затаился сейчас. Стерилизован, но он затаился, сейчас будет нападать. Это более активный. Ha, 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 ha.
Ой, кошмар.